готовиться-то будет? Где сейчас будем брать? Брать ножку. Ну, готовьтесь. Сейчас я посмотрю, чего это. Ловим по одному, а то как бы будет неудобно. А я пока посплю. Десятки. Двенашки. Эти двенашки. Все мелочка. Какая-то мелочь. Ну хорошо. Я же говорю, с первого заброса будет, Лёха. Ага. А если бы сейчас десятка, Кирюха, а ты не готов, подсак не собран, липгрип не готов, пассатиши нету. Все готово. Много ассистентов, мы бы быстренько все разобрали бы, подобрали бы и взяли бы ее таковую. Давай фарватерную возьми. Вот о чем речь. Ты видел размер? Страшного. Такой зачетненько. Или мне кажется. Ну, по-моему, не кажется. Здесь веревка якобы. Это не десятка. Но все равно зачет. Блесна проскочила, моя. А это мы испытывали раньше, мэр. Ловит. Ну вот кил 6, наверное. Шучка. В этом и будет весь авантюризм данного мероприятия. Вот хочу на скальд, на твич, на Леренчи Мэр взять зачетную хорошую щуку. Ну, хотя бы кил на 8. И посмотреть, как эта палочка справляется с бойкой щукой. Вот он и мерчик-то отработал. Я же говорю, что вальну на МР и на легкий скальд до 28 грамм. Главное, мультипликаторная катушка. Здесь попробовать, может быть, живет крокодил. Кирюх, ну что, давай, у тебя право первого заброса. Что, на Леренчи Мэр? Да. Отработал? Да, отработал. Там что-то очень хорошее. Там что-то прям такое зачетное вроде. Нет, ну это десятка, это твоя десятка. Сейчас посмотрим. Я специально подрастянул, крючки слабенькие. Слушай, ну это не шестерка, не семерка.
Да нет, это может быть и день. Отличный день, отличная рыбалка. Отличная рыба. Кирюха, ну ты рад рыбе-то, ё-моё. Да. Посмотри, давай, что взвесим. Ты поймал. Давай взвесим, давай. Давай. А давай. Чё её взвешивают? Ну давай, сколько? Восьмерки нету. Ну не может быть. Здесь 7-то веса. Больше. Вот что, они точно эти веса. 8 кило. Да, слушай. 7 800, 7 900. Ужас. Но это пойман на ребеньший мэр. Готов, открыт. Давай. Пис. Семерик. Саня, молоток. Хорош, все, пускай. Не мучите. Пошла. Так и не наступай правой ногой сейчас. Да. Сюда. Великолепная семерка и вратарь. Вот она. Вот как раз глубина в районе трешечки. Или рейнджик идет аккурат над самым дном. Вот это прям вообще достойно. Да ну, оставь. Ложу. Опускай. Yes! За десятка. Зачет. Леха, спасибо. Все было сделано профессионально. Так. Ну что, Кирюха, поймал за десятку-то да. Все-таки. Уже даже ближе к 11. Эту поездочку поймал. А теперь надо ее аккуратно и нежно. Слушай, а фотку ты будешь? А фотку ты будешь делать вообще? Да. Взял. Кирюха, никто не поверит с тебе, что такую рыбу Леша, поймал. Леша, с реренджем. Да давай уж без реренджа. Ну давай. Пускаем пока это. Проверим, что лучше, снимать рыбалку или ловить рыбалку. Рыбалку. Вот это удачный заброс. Да. Опа! Ну, а как это? Как это делается? Как это? Ядрен батон. Восемнашка. А почему она сразу взяла? Не, на меня там сода подросла.
блин, сиди, карта заполнена. Ну, форсирование, вываживание. Это не форсирование. Это малявка. Это где-то килограмм 8, малек. Ну да. Опять 5. Она даже не хочет ничего делать. Знаете, я ее, похоже, забагрил. Воду, палку нельзя так делать. Отрицательный угол ломаю сразу. Скоро тоже. Неплохая мамочка села. Это, наверное, такая девятка, да? 8 уверенные, скорее всего, больше. Вишневая девятка. Ну что? Давай взвесим. Что-то у меня ощущение, что это... За десятку. Ну, 10 очень похоже. Ну, просто смотри, ну, бочинка. Давай достанем такая. Вот. Она же квадратная. Она квадратная, да. Так. Тихо. Красавица речная. Пассатижики. Деточка моя. Умничка. Все шансы, что это... Ой. Так, да, я. Да. Чуть до 10 не дотянуло. Ну да, 9 там. 9500 это. Ну, чё, зачёт, фото. Третьего промахнётся. Третьему не дала. Эх, не туда попал. Ну ладно. Нормально попал, хорошо. Да, туда. Хорошо, как раз туда попал. Уже сидит. Ё-моё, вот это рыбалка! У меня было как-то с хариусом такой на каждый заброс. Ну куда хрустится, она тебя стравливает. Как стравливает? Ну, да. Поход хороший. Не-не-не, она, ну тоже, как бы она не... Ну стандарт такой. Манки кончились, значит где-то 6.30. Ну тоже башкой трясет. Двух камер тебя, крупным ракурсом. У меня, блин, села камера, в смысле, все башку воснимаю. Крупнее. Да. Нормально. Неожиданно. Ну, кил 8 есть. Да? Ядрен, слушайте, это тяжелая работа. Прыгай. Прыг-скок, давай. Ну, уж сильно ты к доктору не ходи. Квадрат, видишь, как он? Да, вообще. Давай. Отлично. Талантливо. Вот это хорошая. Вот это правильно. Посмотрим. Вот это правильно. Ломался и так. Саня, а как это? Как на морской рыбалке. О. Да. Хорошая, да? Вот это да. Нет, Кирюх. Ну ты расклонишь, пацан, расклони. Ну. Чувак. Надо было поддернуть немножко. Хорош. Очень хорош. О, спасибо. Твою ж дивизию-то, а. Вот мы попали на выход крутой щуки. Шум. Пацан, ты есть, сам знаешь.
Так бывает. Такая сейчас. Тихо, 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 у меня надо сказать. Все. Давай. Очень хороший. Сань, ослабь, открой. Что же вы все такие учителя, все мне открыли. Давай. Это вообще приятно. Давай взвешивать. Да подожди ты, бля, устал я. Ёхарный бабак. Крути это все, бегуди вот эти, бля. Давай, Саня, блядь. Нет, для меня был просто принципиальный вопрос. Поймать тоже. Ну что, сидел это самый, как весь день, доставал, вынимал, наливал. А тут что, вот так профессионалы работают. Три заброса за день, одна нормальная рыба, блин. Но не без помощи товарищей. Хороший. А где риск? А, по этому мерить? Да. Ну что-то на самом деле двенашка, что ли? Да. Как по ним смотреть-то, не знаю. Ну вот смотри, где край этого пластика. Ну, 12,5, кстати, она. 12,5. 13. 13. 13. У нас есть еще часа, наверное, часик как минимум до конца выхода. И может быть нам повезет, и может быть еще десяточка будет. А может не будет. Лада седан, баклажан. Лада седан, баклажан. Наловился. Ощущение, что это очень хороший. Прям вот прям. А может и просто нам борзая такая. Оцените, пожалуйста, взгляд. Не, ребят, это лучше. Это лучше. Круто, Кирюха. Давай возьмем такой сначала, а потом будем. Так посмотреть. Это машина, Сань. Ты что, да? Да. Нет. Не готова, по-моему. Она вообще не готова. Хороша. Это хорошо. Два метра. Да, да, да. Она в лодке, бля. Это нормальная мамана. Палку. Саня, палку. Хорошо. Да. Да! Да! Сколько? Ну, я думаю, это килограммов 18, а может быть и 20. Но это за пятнашку, это точно. Да. Говорят, что у рыболова при улаживании рыбы давление поднимается под 200. Я могу сказать, у меня сейчас где-то 250. Такую я еще не ловил никогда. Это реально крокодил. Не, ну это, ой, я даже не знаю, сколько это весит. А теперь вопрос, как это взвесить еще. Да сейчас взвесим. Лишь бы весы заработали. Пятнашка. 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 Yes. Побит личный рекорд. Пятнашка. 15. У меня больше под 11 не было никогда. Реально такая 15. Честная пятнашка. Слава Богу. Кирюха.
хотя бы так. Да! Да! Так, вот теперь будем качать. Там тебе еще любви, так и знаешь, я понимаю. Дальше мне спер. Тоже понимаю. Вот так. Надо же качать. Здоровый вагон. Я тебя не прощу, что ты пузырь не взял в Москве. Вот реально, вот, ну взял бы коньячку хотя бы 0,5, вот, и знаешь, и заныкал бы его, вот заныкал бы, и такой раз ловишь пятнашку, представляешь, приезжаем сейчас в лагерь, и ты такой, пацаны, а я вот надеялся Москвы, и верил. Надеялся и верил. Как бы был уверен, что вы меня как это выведете на эту рыбу. Я вам еще вот проставляю за нее. Коньячком иксо. Это было бы... Кто мне говорил, перевес смерти подобен? Я и так выкинул. Кирюха, это не перевес, это стратегический запас. Ну, нормальный расклад. За день 10, 13, 15. И это еще не конец, я боюсь. Их что ли? Ну наконец-то мы ее поймали. Сколько дней парились, пытались что-то поймать вот такой вот. И вот она первая маленькая горбушка. Странно, что она так рано подлошала. Рановато еще вроде-то. Вроде ход-то еще не должен начаться. Вечер, красота. Немножко жара отпустила. Хорошо, природа красивая. Настроение отличное. Поедем сейчас в базовый лагерь. Приготовим что-нибудь покушать. Вот. А так, конечно, жалко, что выезд уже подходит к концу. Завтра надо собираться, паковаться. И, в общем, еще до дома нам долго. Щучку разделаю. Сейчас будем жарить щучку. Вкусненькую фрешечками. Будет очень вкусная северная щучка. Очень вкусная, надеюсь. Потому что щука это здесь одна из самых вкусных рыб. Даже все эти благородные рыбы не такие вкусные, как это, как ни странно. Ну, не знаю почему, какое-то здесь другое у нее, у щуки плотное мясо такое, сладкое какое-то, вкусное. И ей, ну, как бы тяжело, ее можно много съесть, а там ловишь того же гольца, ну, как-то много его не съешь. А этой рыбы можно съесть много. Алексей, она божественна. Да ладно. Не, приправу зря. Юлька Высоцкая, в смысле.